Жаль, ты не родилась мужчиной. Какой бы из тебя вышел Цезарь? Отец. Ты была бы сильной, а была бы ты справедливой. Ты спрашиваешь, я же твоя дочь. А. Как доехали? Долго и неудобно. Зачем я здесь? Нужна помощь. Речь о брате. Разумеется. Он любит тебя и всегда любил. Но теперь ты нужна ему как никогда. Довольно политики. Сделай вид, что ты любящая дочь, а я хороший отец. Приятная фантазия, не так ли?